Запедалировали. Всем привет, ребята. С вами дядя Володя Страшный, как всегда. Велосипед Ролли. Так его назвали придонки. Я его раньше звал Релли. Вот. Английский велосипед из Ноттингема. Вот. История марки идет аж от 1888 года. Ну и вот я на нем качу. Руль, конечно, не родной. Я поставил такой прямой, здесь руль такой рогами был. Вот. Включен у меня передний свет. Там где-то задний включен. Ну и, короче, вечерний продубас на роли. Резина кинда перед зад. Роланда, дай проехать. Ну, короче, у меня спереди, значит, две звезды. В обзорах вообще я не силен, особенно у велосипедов. Спереди две звезды, сзади шесть. Переключалки Шимана, родные японские, вот они, вот она, родная переключалка. Эта переключалка, короче, на заднюю звезду, вот она. На переднюю звезду, а переключалка точно такая же была, только она поменялась. И я поставил вот эти вот щелкушки такие. Все на велосипедах, кругом на велосипедах. Леха на велосипеде. Леха на велосипеде. Все на велосипедах. Дети на велосипедах, взрослые на велосипедах. Даже Леха на велосипеде. Здорово, Леха! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Короче, продубас по деревне. В общем, в одну сторону не знаю, надо этот спидометр велосипедный. У меня штуки три лежат новые. Ну там я их как бы ставил на велосипеды пацанам своим. На зиму снимал. Надо, короче, поставить. Чтобы это отмерять пройденный путь. Я интернет включил, бляха, он тут пиликает. Сообщения какие-то приходят. Закреплю на селфи-палку телефон или камерку экшен возьму, вот тогда будет. Ай-яй-яй. Приеду, боюсь этот уронить свой мобилу. Не так в хороших условиях, хрен удержишь. Такой пробный видос, велосипед Ролли. Я еще на Хара езжу иногда. Хара велосипед, Харо или Хара от Захара, с алюминиевой рамой. В общем, этот велосипед тоже древний какой-то, тоже, ну, 1900 там, может, 80 какого-то года. Эксклюзив Релли Санрайз называется. Хороший велик, ход вообще легкий. Я на нем легко вот десятку делаю вообще. Вот не ездивши, садишься, десятку на нем делаешь. Что до магазина дошел за хлебом. Ну, жопа потом болит, конечно. Немножко. Короче, накачал по трехе колеса. Раньше я покачал по четыре. По четыре атмосферы. По трехе накачал. Дребезжирует. Фу, блин.
что сожгли какое-то тряпье, блядь. Они считают. Ладно, не буду портить антураж весь. Все, всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Как говорится, бляха лежачий.